Совсем скоро закончится учебный год. Родители и дети вздохнут с облегчением. Но вот надолго ли? До сих пор до конца не решен вопрос со сдачей ЕГЭ. Сроки постоянно переносятся. Точно известно лишь то, что сдавать его будут только те выпускники, кто в дальнейшем будет поступать в ВУЗ. Также до сих пор остается под вопросом, как будут работать школы с 1 сентября. Напомним, что Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе образовательных учреждений, где расписал меры безопасности, которые необходимо соблюдать. Вот некоторые из них. Предлагается изменить время начала первого урока для разных классов и время проведения перемен. Перед началом работы в школах должна быть проведена генеральная уборка с применением специальных средств. Закрепить за каждым классом кабинет и исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов во время перемен и прогулок. Занятия физкультурой перенести по возможности на улицу. Сотрудникам пищеблока носить маски и перчатки. Контроль температуры на входе теперь станет обязательной процедурой как для учеников, так и для сотрудников школы. Как это будет выглядеть, покажет время, а пока хочется пожелать ребятам удачного окончания учебного года и веселых летних каникул. Людмила Смирнова, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.